выросла, монеточка сменила стиль аниме на образ роковой леди автор 404. 2019 популярная певица Монеточка наконец собралась силами и вскоре порадует поклонников новым клипом. В нем девушка предстанет в необычном для себя образе брюнетки. Лиза отказалась от стиля аниме и теперь будет покорять сердца поклонников в образе роковой леди. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Свою популярность Лиза Монеточка обрела благодаря своему уникальному вокалу и в частности извечному образу подростка. Рыжие кудрявые волосы, которые собраны хвосты и пучки в духе аниме, именно такая прическа стала визитной карточкой девушки. Но теперь Монеточка решила отказаться от образа аниме-младенца, ведь по ее мнению, в 20 лет поддерживать имидж мультяшного подростка уже не актуально. В новом клипе поклонники увидят певицу в совершенно другом образе. Специально для съемок она перекрасилась в брюнетку, от природных кудряшек практически ничего не осталось. Стилисты сделали Монеточке очень взрослую прическу, собрав волосы в пучок на затылке. Кроме того, женственность певицы подчеркнет вечернее платье и украшения. В элегантной леди, которая уличила супруга в измене, а именно такой сюжет клипа к песне «Нимфоманка», сложно узнать прежнюю Монеточку с ее детскими прическами и нарядами. Сама же певица так прокомментировала свое преображение: «Мне надоело быть маленькой и смешной девчонкой, которую не воспринимают всерьез. Я не собираюсь до 30 лет строить из себя аниме-младенца. Я взрослая женщина и не стесняюсь показать это. Начну демонстрировать это с нового клипа, а продолжу следующими альбомами, книгами, фильмами». К слову, заставить воспринимать себя всерьез певица смогла прямо на съемочной площадке. По сюжету негодяю-изменнику предстояло испытать на себе злость супруги. Причем наказать предателя Лиза должна при помощи электрошокера. Но вместо бутафорского прибора, реквизитор с чувством юмора дал певице настоящий электрошокер. В результате такой шутки актер-изменник получил удар током. В мае прошлого года Монеточка выпустила второй сольный альбом под названием «Раскраски для взрослых». Все 10 песен тут же стали набирать популярность и попали в чарт топ-100. А композиция «Нимфоманка» заняла в этом списке первую позицию. Посмотреть новый клип на песню «Нимфоманка» можно на YouTube.